У нас прямо сейчас на связи фельдшер краевой больницы имени Вагнера Мирослав Волков. Он подробно расскажет о прививочной кампании. Мирослав, добрый вечер. Здравствуйте. Мирослав, и первый вопрос. Когда в Березняках начали ставить прививки от гриппа? Прививочная кампания по вакцинации от гриппа стартовала 4 сентября. Сейчас очень активно ставим прививки от гриппа. А скажите, пожалуйста, сколько жителей уже прошли вакцинацию? 400 человек вакцинировалось от гриппа в нашей больнице. Ну и как в целом население реагирует на прививочные кампании? Становится ли желающих привиться больше от года к году? Да, конечно, определенно, что люди понимают смысл вакцинации, понимают пользу ее, и все больше и больше людей приходит поставить прививку. Мирослав, скажите, кто в основном идет на прививку? Какой возраст? Конечно, это более пожилые люди ходят, они более обязательные, с советским воспитанием, которые, как я уже сказал, понимают нужность вакцинации, но также много работников социальной сферы, то есть люди, которые работают в здравоохранении, в образовании, социальные работники, работники МВД. Ну и что немаловажно, какой в этом году вакциной все-таки прививают? Расскажите о ней подробно. Наша отечественная вакцина «Совий грипп», четырехвалентная, хорошая вакцина. И также у нас есть вакцина, которую можно использовать для беременных женщин, для кормящих женщин. Это Ультрикс Квадри. Мирослав, где можно поставить прививку и до какого периода? Давайте поясним здесь. Вакцинироваться можно в любой из поликлиник города, на Демидова 12, на Ломоносова 102, в прививочном кабинете. С 8 до 3:30 сейчас работают кабинеты. Любой желающий может это сделать. Самое главное не забывать, что перед вакцинацией необходим осмотр терапевта. Помню, была практика, что медики выезжали в организации и прививали прямо на рабочем месте. Сейчас это вообще возможно? Да, конечно, такая работа тоже проводится. Для этого нужно будет связаться с старшей медицинской сестрой поликлиники, обсудить возможность выезда специалиста на предприятие. То есть подается заявка официальная с количеством людей, со списком. Если количество будет достаточное, то специалисты, врачи и медсестры выезжают на вакцинацию. Что ж, ну и в завершении давайте еще раз проговорим, и почему важно поставить прививку от гриппа. Надо помнить, что грипп – это опасное инфекционное заболевание, которое может вызвать даже летальный исход и очень тяжело переносится человеком. И если вы защищены, то есть вакцинация – это самый главный способ профилактики от инфекционных заболеваний. Поэтому, если вы поставите прививку, то вы будете защищены от этой инфекции. Мирослав, спасибо вам за подробную информацию. Все приняли к сведению. Всего хорошего и приятного вечера. И вам не болейте.